что же нарушаете у нас тут? Ребята, ну, вроде далеко от дома, из дома выбрались, дома сесть честно не могут. Мы по-человечески сами все понимаем, но согласен. У нас мангал, как бы большой костер не разводим, варим свой суп. Мы сейчас на территории города Балаково, Балаковского района, введен особый противопожарный режим, который запрещает разводить костры. Тем более есть приказ МЧС номер 26, который говорит о том, что зона очистки вокруг мангала должна на 2 метра были очистить. Вот эта вот поземка очень хорошо горит. И опять же под кольным зрением запрещено вообще. Здравствуйте. У нас совместный рейд с сотрудниками полиции, лесхоз и инспектор по противопожарной безопасности. Ну, наверное, понимаете, да, вопрос какой к вам? Ну, как минимум, как минимум. Здравствуйте. Здравствуйте. И вас тоже. На территории Саратовской области введен пожароопасный сезон и режим. То есть у нас нахождение в лесах и разведение костра запрещено. Давайте послушаем. А то, что вот недавно совершенно горела сосновая роща, не знаете? Нет. Совершенно недавно, вот в Агбраге там. Газеты-то сейчас-то выходят, то нет, ну, по телевидению. Сейчас не газеты, сейчас интернет все, но... И березовая роща недавно горела. В принципе, вот из-за того же. Тем более, вот у вас, видите, уголь и на поземке. То есть на... Не, понятно. Но вот это все сушняк. У вас отсюда, если выпадет этот уголек, вы... У нас есть вот. Сейчас не успели просто окопаться. Ну, это хорошо. Все слои уходят где-то сантиметров на 40. Оно вниз ушло, вы уехали, оно распространяется. В прошлом году мы здесь тушили, 2 дня караулили, праздником. Представители межмуниципального управления Балаковское, пресса, представители лесхоза. Хотим вам пояснить, что у нас разведение костров запрещено. Высыпали. Ну, уголь-то насыпали для чего? Просто пусть лежит, да? Ну вы что, обманываете? Мы сейчас не с карательной точки зрения, а просто хотел вас предупредить, что у нас это запрещено. Имейте в виду, людей уже оштрафовали некоторых. Так что берегите себя, берегите лес. Хорошо. В первую очередь. Сяли, пойду. Вот как раз его хотят вернуть к этим старым. Вот как это. Курус. Не, не.
коробку привезли. Да, она размокшая. Нет, я про то, что... Молодцы. Во все концы. Опа! А как они собрали, пушку или что? Собрали.